Описывай, вот сюда, Диана, лицом ко мне. Легла. Вот Эль, вот Эль, ложись. Так, подожди, не, Николета, ты чуть-чуть в сторону, чтобы Диану видно было. Можно. Не, не надо. Может, еще резинку к трусам привязать. Давай, делай нормально. Давай. Зечеворь. Она зечеворь. Ты зечеворь. Нет. Ногу убираю. Пошла. Эй! Встали. А, опять. Встали. И страховку назад зечеворь. Пошли. Отжимай. Можешь там делать? Значит, два цвета делаешь. Он, твой.
вообще? Катерина. Ставьте вот так, чтобы у вас видно было синий, желтый, синий. Сделали? Пресс. Свеча, свеча, у него патрузи. А теперь чисто. Давай. Так она на свадьбе была, сейчас до нее не доходит. Давай пресс сделаем. Так, чтобы там видно было. Что ты делаешь за колени, за голову? Вот так. Считай ей вслух, Николета. Николета, громче, чтобы я слышал. Я покорми. Вот так. Еще громче. Да, работаем. А теперь смотрите внимательно сюда. Вот вы стоите. Да, раз, два, три, прыжок. Хоп. Раз, два, три, хоп. Хорошо, а ты? Ты опять не так делаешь. Одна сторона, другая. А ты вот так стоишь. Перед девушками. Когда закончится. Смотрите внимательно сюда. Я бросаю вправо. Вот мой запад. Видите движение. Раз. Да? В эту сторону. И в эту сторону, вот по этой линии, делаю оп, страховочку. Оп, и встаю. Пошли. Оп. Но, отель! Если вы прыгнули сюда, то есть сюда кувырок. Если вы прыгнули сюда, то через это, то получается сюда прыгнули, в это кувырок. Николета, я ее там не вижу, сколько она делает. Пошли! Девочки! Сядь туда, а ты сюда разверни, чтобы видно было. Хорошо, Матея. Смотрите, Миша становится здесь рядом, ножки шире. Я должен повернуться. То есть я должен встать ему спиной. Раз, два. Ухожу. Три, четыре. Теперь Миша делает. Любой другой. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пошли. По очереди. Встали по парам. Раз, два. Катавицкий, встань. Молодец. Катавицкий, вот так встань. Вот. Не так, как будто писать хочешь, а как будто капать хочешь. Вот так. И делаешь уну, вдоль, три, пату. А? И выходи. Три, четыре. Теперь он делает. Один раз пять, один раз сорок. Давай, 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 давай. А ну, посмотрим, кубики есть у тебя там или нет. Давай, давай, давай. Конечно, нет. Давай, Николета. Давай. Вот, больная. Какая такая здоровая. Красавец. Хорошо. Мафия, Мишенька, сюда. Миша, эй! Посмотрите. Рука снизу, рука сверху. Эй, вот. Снизу и сверху. Я делаю. Раз, два, три. Теперь что? Прижимаю. Поднимаю. Оп, Миша, ложись на меня, что ты там. Оп, и обратно ставлю. Или выхожу. Миша то же самое делает. Нет. Руку снизу, сверху. И пошел. Раз, два, стоп. Теперь смотрите. Когда, стой, Мишенька, ножки шире. Есть два путя. Вы когда делаете раз, два, у вас, если ноги прямые, вы его бьете в живот. А вы должны присесть. Посмотрите, я должен присесть и видите, как оп, ноги выпрямил, и он все, висит. Пошли.
Не слышу. Не вижу кубиков. Давай. Кубик. Рубик. Молодец. Знаешь. Сколько девушек? Что, 15 раз делали? Больше? Здесь. Значит, у нее здесь как она? А на сколько человек? Пахнет здесь. Значит, здесь и потом здесь. Вы поехали, а вы там стул не разобьете. Эй, Матей! Миша, сюда. Посмотрите. Посмотрите. Вот Лидию убили. Ты когда упадешь, у нее рука и поломалась. Я сказал, руку снизу. Посмотри, руку снизу. Андрюха. Сашка там маленький. Да. Да, поэтому так вот ты берешь. Так не бери. Возьми ручку снизу, но не за шею, а просто за руку. Раз, два, и его не поднимай. Вот так, хорошо? Хайда! Делали, девчонки, сколько можно делать пресс? Ой, Саша, ты что падаешь? Не надо падать. Стой, он ничего не сделает. Стоп, Александр, блин. Я в шоке. Я тебе покажу. Я же сказал, эту сюда. Вот, повернулся. Смотри, раз, а ты взял сюда. И стоишь еще на пятку. Падаешь, ему падаешь. Да. Но, это весь. Ты вдруг упадешь в окно, вот сюда падаешь. Смотри. Сделали? Дальше. Где чаш зеш? Вот сюда смотришь. И считаешь. Так, сейчас я сделаю, чтобы лицо было. Хай! Давай, сейчас дой, ну, дой. Дой ты. Оп. Пошла, считай. Громче. Вот так. Андрей, я попросил, не поднимай, ты ударишь, он ударит. Матя, вот здесь построили. Саня, сюда. Еще раз. Сами, значит, посмотрите внимательно. После того, как вы повернули, раз, два. Делаем руки за голову. Вот так нельзя стоять. Вы упадете сюда вместе с ним. Вот, посмотрите, вот. Так, а ну, эй, все боец вот так встали, встали, вот так, встали. Сами, еще раз вот так, встали. Пятки отрывали. Стоим! Ну, пятки не держим. Вот так держим пятки. Стоим! Раз, два, три, четыре. Стоим. Пять. Выше. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Что ты какаешь? Вообще. Еще раз. Еще раз. Посмотрите еще раз. Так нельзя брать. Отсюда, отсюда. И здесь. Дальше. Подходите. Раз, два, три. Подсели, подняли. Раз, два, считаем. Потом раз. Сбрасываем. Падает на бочок. Ручку ищем. Ножки шире. Вот так. Вставай. Вставай. Он, два, три. Ко мне. Здесь. Довольно. Ты ему два раза. И если я замечу, что кто-то втроем сидят, значит, я сейчас поиск. Эй! Вы вдвоем сюда. По очереди делаете. Два раза вверх, два раза вон. Так. Так, вы втроем.
по два броска. И вы прыгаете. Все, по два броска. Пошли. А руками. Вот. Чтобы ножки были красивые. Чтобы ты когда шла, все оборачивались. Давай, 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 давай. Вот. Нет. Смотри. Старайся, чтобы голову чуть-чуть развернуть. Так, я не понял. Лилю! Вот потому что ты в кимоно, поэтому там есть. Петь. Все, смотри, вот нужно брать. Вот. И вот. Считай, что у него нет кимоно. Что мы ставим? Вот это, ты же ее подходишь. Вот так. Хорошо? Вы кувырок делали! Саша! Вот смотри. Вот покажи. Видишь? Иди сюда, ты не показывай. Вот так, да? Я поворачиваю. А если вы так? Молодец, Катерин. Что сидишь? Я кипи. Делали? Так. Это лёгкая наша. Вертвячка. А, вот. Так. Миша, встань его. Куда? Мне два больших мяча. И Миша, больших. Я попросил Мишу. Ты что, имя поменял? Все, все, все. Пошли дальше работаем. Ко мне. О, супер. Лампу не забрать. Вот почти до подправки посидели. Куда готов? Да, вот тут ты, Оль. Вот Наич. Никулета Наич. Я Наич. У свадьба. Как им нравится. Танцевала? Молодец. Ближе сюда, чтобы вы вдвоем попали. А девочки? Но Фетя мы все равно. Вы же отжимания делали. Отжимания, вы бросали. Я А то вы все время. А это сладенько. Поэтому я... Внизу. Кыть идет.
Так сказал директор. Если я говорю, он сказал, нет, я не туда. Только ты знаешь. Все. Хочешь ты, не хочешь. Петя? Я вас хочу уже домой. Я не обманываю, там все считают. Будешь меньше. Все. Все? Мяч туда и садись сюда. Считай, сколько я сделал? 50? Шаг? Хорошо. Нет, нет, я не знаю. Оп, Дианка, давай, Дианка. Диана, как ты не можешь понять? Ты должна понять. Будешь чемпионкой, все деньги, что дадут в лице, я буду на тебя тратить. А дальше 10 тысяч. Давай. 10 тысяч, Дианка. Вот я на тебя на 10 тысяч не помню. Пусть здесь сидят и так. Маты. Наши завтрашние, кроме девочек. Давай, давай, Диана, ждем тебя. Считай. Стоп. Николета, встань туда и считай вслух громко. Вот сюда, вот сюда. Встань сюда. Осторожно, не ударься головой. Встань, иди сюда, встань. Встань. Если сидишь, то все. Если уже сидишь, то уже работать не будешь. Кэти. Еще раз. Хай. Давай работай! Не смотри на них! Я тебе сказал, будь чемпионка, все деньги на тебя потрачу. Лицейский, все. Ноль четыре. Я Юрий Саныч 4. И Николета, она будет там готовить кушать. И уедем на соревнования. А это вот, пусть сидите. Будут чемпионы, возьму. Кэти? А ну, давай, давай. Кэти? Вот сюда? Значит, ставьте туда мячик. Вот здесь девчонки построились. Вот здесь. Так. Вот. Стали, заправились, чтобы красивые были. Улыбнулись. Вот так. Смотрите, Дели. Так, пацаны. О, привет, девчонки. Значит, сейчас вы будете делать броски, потом мы будем качаться. Еще раз. Три боец. Посмотрите. Значит так. Один стоит, два стоят здесь. Я что делаю? Подворачиваюсь. Сделал бросок. Нет. Один здесь, другой здесь. Бросок. Этот, который упал, уходит в сторону, другой подходит. Вы
берете, хоп, делаете бросок. Он встает, бросок. Получается два раза одного, два раза другого, по два раза делаете бросок. Но зато вы будете меняться. Еще раз, один здесь, другой здесь. Я взял, бросил, хоп, здесь стоит уже, да, человек? Я его бросаю, бам, а здесь никого нет. Он же встает, вы его еще раз бросаете, бам. Бросили сюда, здесь два. Значит, берете тот, который отдыхал, и бросок. Дозич, чинч. А руки свечи. Он и минут. Понятно? Так, Александр, Миша, Артур. Миша первый делает. Ставь. Так, смотрим, что у нас здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Один остается. Так, вы втроем туда. Эй, тройка сюда. Да, бросает ливер. Андрюха и Карабас-Барабас падают. Эй, чудо-юга. Николета, не забудь помыть руки и лицо. И воду пить. Итак. Камера все видит, эй! Царанилы, готовы? Юрий Саныч, это, ну хорошо, идите. Так, сейчас я этих, эй! А, кто у нас, Дан? Да. Считаешь количество здесь? Сколько раз он бросил? И он, да? Максим, Макс, посчитай, сколько там бросят. Нет, так, чтобы видно было. Так, сейчас, подождите. Так, иди сюда, боец. Каталин, я включаю. И ты смотришь, говоришь, 15 секунд прошло, 30 секунд, 45, и время говоришь. Когда время, то все. Сейчас. Аджимаем. Пошли. Пошли, бросок. Пошли. Вслух считай. Вслух считай. Вслух считай. А вот как Миша делает, смотрите. Сорок, 15 секунд осталось. Громкий старший. Время. Стоп. Так, пацаны, сейчас выходят следующие две пары. Топ-топ, сколько сделал? 19. 19. 25, 10. 24. 23. 22, 20 и 19 минус 6 это четверка по 10 бальной. Сколько там? 23. Что? 6. Левый там делал и даже не поднимал, просто толкал, они сами падали. Пацаны, вот видео. Смотрите. Правильно, я смотрю, я сразу сказал. Значит так, следующие две пары. Ушли. Ушли. Следующие две пары. Каталин туда. Дан туда. Каталин кидает. Нет. Каталин кидает. Макс. Катавицкий туда. Макс кидает. Зачем? Считать? Считай у них. Да, Андрюха. Так. Слух считаете?
Ливию сюда. Будешь мне говорить время? Время. Еще чинч не был. Вот сейчас чинч. Упал, говори. Шахтер. Осталось 15. Осталось 5. Говори ребятам громко, им. И будешь громко говорить стоп, когда сюда. Ну какая секунда? 10 секунд! 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп! Время. Стоп, на эти ловушки. Золотые замена сочетания. Но стоп, куда? Так, Кэти? 19. 19. Дан, я посчитаю там. 19-20. Могут они ошибаться, могут здесь ошибаться. Будем считать, что его поставили, значит будем считать как он. 20. Сколько там? Кэти? 19. Следующий выше. Бросает Артур. Бросает Николай. Я считаю. Стоп. Посмотрите внимательно, как делал Миша. Саша стоял здесь, Артур стоял там. Миша его бросал и шел туда. Делал 2-3 шага. Покажи, Миша, как ты бросал. Вот посмотрите сейчас, как вы будете бросать. Вот смотрите. Смотрите, Миша сделал бросок. И идет, Сашу бросает. Стоп. И все время ходит. Готов, Николай? Внимание. Отжимаем. Ведро. Андрей, где ты должен стоять? На одном месте. Косовицкий, уйди. Косовицкий, уйди в сторону. Андрей, встань вон туда. Андрей, дальше встань. 30 секунд. Блин, сколько осталось. Держи, Артур. Еще 15 минут. Все, секунд. Смотри, громко скажешь, когда все. Вот все секунды. Время. Стоп! Следующие. Те, что по 2. Так. Так, Николай, идешь сюда. Значит, Катерин, чуть-чуть шаг назад и на пол. Стоп. Николай, с той стороны становится. Чуть ближе сюда. Стоп. Вот все время там стоит. Он его бросает, потом его. Просто Катерин боюсь не вытерпит. Так, кто считает там? Я. Андрей, да? О, пресс машине. Кто считает здесь? Артур, посчитай здесь. Дан.
Сейчас, подождите. Так, Миша, иди сюда. Я время засеку. Будешь говорить, сколько осталось? Полминуты. Чем? Им, ребят. 30 секунд. 30 секунд. Три. 40. 30 секунд. Давай. 6. 10 секунд. 5. Время. Так. Катовицкий, крики. Нос придет. Макс, сколько? 19. Дан, крики. 21. 21. Катерин, крики. 21. Крики руки. 19. Ну, ты здесь, да? Да. Николай, Кэти. 20. Доу, Кэти, Артур. 17. Следующие вышли. Тройки. Тройки вышли. Тройки вышли. Кто сейчас кидает? Андрей? Да. Уходи. Нет, Андрей, это, Николай, ты там становишься. Кто, Андрей, Николай, сюда еще. Считаешь их, хорошо? И стоите на своих местах. Сейчас я просто вас поставлю, чтобы... Знаешь, где нужно? Посередине. Аджиме! Секунде. Время. 26. Все стали пошли вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Ассоциации сели сюда. Подбородочек туда.
Подбородочек ставьте. Кто вылетает ко мне сюда садиться, чтобы я знал? Давай, давай, Коля. Нет, 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 мы сюда. Ну что вы меня обманываете? Ну. Что обманываете? Ну что, опять не надо? Давайте делаем. Добрый день. Машинка пригласили. Ну так продолжал бы еще дальше. Так и сделал. Как бы? А сколько ты сделал? Больше 50. Что больше? Юрий Александрович вас считал тебя. 45 раз ты за. Ты понял? И то не до конца, так на полстола. Видишь? Я хочу 50. Можно ли? Господа. Ну, Опа, ты последний? Нет. Ну попробуй, давай. Прыгнули.
Сделайте раз, два, два шага вперед. Поворачивайтесь и возвращаем. Объясняем. На соревнованиях ты можешь прыгнуть 5 метров, 10. Прыгнул, упал назад. Там песок. Там есть. И смотрит. Там, где твоя рука, там, где спина, голова. Или там, где нога. Вы поняли, да? Поэтому делаем 15 прыжков. Еще раз. Не спешите, не делайте плохо. Сделал прыжок, иди немножко отдохни. Приготовься. Приготовился. Оп, прыгнул. Обратно. Вот это вот 2 метра. У вас 15 прыжков. Пожалуйста, пошли все туда. И вот так занимаем. Раз, 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 раз. И делаем прыжки. 30 прыжок. Туда, все туда. А вы постарайтесь посмотреть, кто за 2 метра сколько раз прыгнул. И не обманывайте меня. Наоборот. Чем я буду знать? Вот. Андрюха должен 1,70 м прыгать, 1,80 м. Больше не надо. Ну, прыгай. Артур, потом ты хочешь, чтобы я тебе верил. Сегодня вы кто-то далеко, кто-то не будет далеко прыгать. Все от того, делайте правильно, так, чтобы потом к вам проблем не было. Потом будет соревнование. И вы даже, может быть, не лучше будете, но... Артур, ты так никогда 15 прыжков не сделаешь. А я уже сделал 10. Что ты сделал 10? Бру. Да. Туда там, скорее, не спасешь. Так что ты прыгаешь? Ты прыгай дальше 2 метров. Я устала. Ну как все? Ты сделал, знаешь сколько? 13 раз? Нет. Ну ты сказал 10. Я стал считать, ты еще 3 раза прыгнул. И 2 раза не прыгнул. Ты говоришь про других, а сам? Время. Ушли, сели. А тут. Да. Так. Дан. Да. Миша, посмотри, сними этот, как его, канат. И на одну ниже поставь, пожалуйста, перекладину. Канат убери и перекладину на одну ниже. О, Бенни. Дан, да. Идешь, цепляешься, смотри, и ноги чуть-чуть назад, и раз, касаешься ногами перекладины. Сейчас, подожди. Так, тебе надо, сколько тебе лет? 13. Значит, 13 раз надо сделать. Готов? Отжимай. Доставай, доставай. 2. Доставай, касайся. 3. 4. 5. Стоп.
Хорош. Все? Еще раз. Пока. Все. Это чтоб ты просто знал. Макс. Подбросишь его туда, Мишаня. Давай, Макс. А большие я потом выше поставлю. Емерс. Чин-чой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорош. Вон туда садись. Туда. Следующий, Андрей. Уно. Хорош. Эй, следующий. Каталин. Калин. Талин. Николай готовит. Все, ушел. Ты понял, да? Надо, вот надо подкачиваться, подкачиваться, Ливи готовься. Хорош, свободен. Пожалуйста, Ливио. Пресс, пресс. Дой, дой печаль. Дой печаль. Мате. Так, Мишка, поставь выше. Моя где? Кто? А, Катавицкий еще, да. Тимофей. Сейчас Тимофей. А знаете, как пресс делает хорошо? Оно. Дой. Двумя ногами. Трей. Дой, дой. Так, гата. Гата, трей. Так, поставь. Уйдите все оттуда. Дайвики. Ушли. Пожалуйста. Миша готовится, Артур и Саша. Пожалуйста. Уно. Дой. Три. Патру. Ноги прямые, Миш. Чинч. Мате. Первый раз, ладно, как хотите. Артур. Как будто ты не знаешь, что ты должен делать. Ты же качаешься каждый день. Уно, строже. Что поломаешь в перекладе. Дой, аккуратно. Три. Патру. Чинч, хорош. Александру. Мате. Мате, одели кимоно и построились. Вот здесь. Читаю Лаура Зечи. Не Лаура Зечи, Зечевой. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Подвиньте сюда немножко. Оп, Макс, вот так. Все, к Максу подойдите. Но ближе встали. Заправились. Так. А теперь я похвалюсь. Ближе встали. Ближе сюда. Нет, нет, вы стойте сюда чуть-чуть. А сейчас я похвалюсь. У меня внучка. Пятый класс. Играет мини-футбол вратарем. Ихняя команда стала
чемпионом Питера. И поедет летом вот с 1 по 7, поедет в Крым. Кожаный мяч, мини-футбол, будут там играть первенство России. Так, между прочим, она занимается сейчас немножко еще легкой атлетикой. 1,25 м прыгает с места. Ой, 2,25 м, есть грамм. 5 класс, это девочка, просто дедушка там вот так держит. То есть, я уже тренеру написал большое спасибо, а какие залы там у них, красавцы. Я попрошу ее, деда, чтобы она прыгнула, разметочка была, и чтобы у меня видео было. Покажу вам, пацаны. Чтобы вы просто поняли. Да, Артур? Третий класс. Третий класс. Ну, у нас третий. Еще раз. 2,25. Я тоже не поверю. Грамм. Дал грамм. Есть. Значит, другая гимнастика. То, что вы здесь делаете, перевороты, ну, наверное, если тренируешься, то учишься. Делает эти перевороты, уже на переходе. Тоже очень приятно. Потому что у меня, я мастер спорта, моя сестра, мастер спорта по настольному теннису, ее муж, кандидат в мастера спорта по гандболу, моя дочка, мастер спорта по метанию молота, моя жена, мастер спорта по метанию диска, сын первого разряда. Ну, все у меня делает. Травмы. Очень часто, то есть большие нагрузки, когда травмы. Настольный теннис, большой теннис, футбол, волейбол, потом. Хорошо, и боролся, 5 лет боролся, тоже как бы выступал, но очень далеко жил. И если брать родственника, Залина международник, Марина международник, Сережа международник, мама мастер спорта, папа мастер спорта. Вы поняли? То есть неплохая семья спортивная. 5 человек поехало на Олимпиаду. 5 человек, вся семья. Вот эта семья. Нам, конечно, не такого не достичь, но старайтесь, чтобы у вас, ваши дети потом тоже пошли еще дальше. А для этого вы должны каждый день понемножку. Не надо много, понемножку. 10 отжиманий, приседаний, пресс, 2 подтягивания. Ну, просто 7, значит, 5 раз в неделю. У вас все будет.